Приветствую вас, дорогие друзья, еще раз. И для полного счастья покажем еще несколько посылок, пришедших к нам. Это автоматический сенсорный диспенсер, да? Это для чистоты и свежести воздуха. То есть вешаете его в ванное помещение, и там у вас будут приятные запахи. Вот такая вот штучка. Вот так вот это все выглядит. Так, да, вот так вот. Вот так вот это все выглядит. Чем-то напоминает маленький холодильник. Вот. Такие штучки вешаем, вешаются, да, на... Так. Вот баллон. Баллон вставляете. Баллон заправлен. Останется прикрутить данный диспенсер. Вот сюда вставляются две батарейки большие. И вот там уже включить там такие вот настроечки, механизмы данного диспенсера. Ага, так, и к нему же в придаче были, клиент заказал несколько баллонов, да, вот, разные баллоны с разными запахами, то есть Air, так, ладно, не могу сказать, что тут написано, какой, вот, с запахом лаванды и вельвета. А, виолет. Ультрафиолет, наверное, да. Ну, в общем, вот такие вот штучки пришли нам, которые мы и освещаем сейчас.